WebMoney представляет новую версию WebMoney Keeper Classic. Улучшена интеграция с Files WebMoney. Теперь можно загружать картинки прямо в окно чата. По умолчанию эта опция отключена, но около ссылки на картинку есть кнопка, позволяющая загрузить картинку в чат. Изменения коснулись и окна передачи WebMoney. Так как появилась возможность подтверждения транзакций через SMS, то выводится предупреждение об увеличении размера комиссии при использовании этого способа. Обновлена страница настройки параметров протекции. Так как сервис Security WebMoney теперь позволяет включить сразу несколько способов подтверждения транзакции, добавлена возможность выбора одного из подключенных способов. Кроме того, создан новый способ подтверждения, не требующий регистрации в системе ENAM. Это получение кода подтверждения в SMS-сообщении. В новой версии Keeper улучшено отображение сроков протекции. Теперь указывается не только дата окончания срока, но и время, оставшееся до этого момента. Теперь, выставляя счет, вы можете выбрать его тип – обычный или для оплаты в кредит. В окне «Детали счета» отображается не только срок действия счета, но и время до его окончания. Также добавлено поле с датой обработки счета, оплаты или отказ, которое имеет ссылку на детали операции.